Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, просто лавина информации. И, конечно, хочется все донести до дорогих. Вот Димаш нам сейчас выложил свое фото, как он пишет, с очень талантливыми певцами. Один из них это уже в стори выложил Димаш. Маки Стив, британский клавишник, гитарист, актер и автор песен, который в свое время снимался и в «Гарри Поттере». Роль у него была гитариста. Очень много событий, друзья. Они просто лавиной идут от нашего любимого актера. Сколько же в нем энергии, сколько позитива. Он каждому скажет доброе слово, каждого обозначит как сверхталантливого, являясь сам гением, буквально гением. Мы, конечно же, будем пытаться донести до вас большую толику всего того, что происходит, чтобы радоваться нам вместе. У Димаша идут хорошо дела, друзья. Слава Богу, потому что во всем мире, в каждом его уголке есть прекрасные и талантливые люди. И как хорошо, когда они объединяются. Всех обнимаю. Жаль, что не вернуться никогда. Эти вечера до утра, где мы с тобой, ночи напролет слушали прибой. Уходит праздник, как сон прекрасный, и опять над морем тишина. Закралась в сердце грусть, но все мы вернемся все равно.